Единственный гол в матче был забит на 15-й минуте. Каратаев подал угловой, и Егольченко точно пробил в ближнюю девятку. Первый раз подключился за все время, и так получилось, что забил гол сегодня. Очень приятно. А в игре очень хорошая игра сегодня. Принципиальный соперник. Очень рад, что выиграли сегодня. Сегодня, наверное, желание очень хорошее было у команды. Били себя за каждый мяч. Это и сопутствовало нашей победе сегодня. На 30-й минуте батайчане также могли реализовать стандартное положение. Романенко опасно навесил на угол вратарской, но мяч после удара Батальщикова прошел в сантиметрах от цели. Вторая половина матча протекала на встречных курсах. Сначала могла забить «Чайка». После прострела Хоперского Костарев не сумел переправить мяч в ворота. А затем полузащитник Батайска Крамаренко со своей половины поля совершил острый прорыв к воротам соперника, но в последнюю секунду оказался неточен. По этой игре, обороне я поставил бы пятерку, как и по последней с РСМом. Да. К сожалению, полузащитники не поддерживают того темпа и движения. То есть именно сегодня опять доиграли до первого забитого мяча хорошо, как только забили, опять почему-то прижали к своим воротам. С чем это связано, не могу сказать. Ждем другой игры совсем полузащитников. Концовка проходила в нервной борьбе. Обе команды пытались добиться успеха, но в итоге счет остался неизменным 1-0 в пользу «Чайки».